Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по расширению без вложений Surf D, где нам платят в долларах. Сегодня хочу сделать очередной вывод доллар 0.3, как бы, и вывести денежку. Значит, нажимаю вывод. Убираю платежную систему Payeer. По умолчанию стоит. Так, доступно. Так, почему у меня 0.3? Ага, пусть так. На Payeer. У меня в настройках указан кошелек. Так, доллар 0.3. Доступно 0.4. Ну, нажимаю вывести. Создать заявку. И все. Так, ожидание. Так, я выводила минимальный вывод отсюда, по-моему, 3 цента, если я не ошибаюсь. Выплачено уже, смотрите, сколько. 22 260 долларов. Нормально, да? Как бы это уже столько, такая сумма. И выводила я пробный вывод 12 центов, потом доллар 0.5. И вот сейчас мне должно поступить на кошелек доллар 0.2. Поставлю на паузу. Вывод приходит очень быстро. И продолжу видео, покажу, что денежка пришла на баланс. Не прошло и минуты, денежка поступила на кошелек. 27 июля. 2019 год. Перевод выполнен. Сумма получения 1.02. Виндраф from Surf D. Все замечательно. Расширение платит. Значит, здесь у меня написано почему-то обработка. Должен быть успех написан. Ага, вот успех. Все замечательно. Расширение платит. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Вот оно, мое расширение, как бы. Реклама ни в коем мере, она мне не мешает, как бы, вот, и мой баланс обнулился. Всем удачи, больших заработков, кому интересно, пользуйтесь, устанавливайте расширение, до новых встреч.